Некоторые расценивают интеллектуальные игры как просто развлечение. Другие — заядлые игроки и искушенные в разгадывании самых сложных загадок. Считают это, если не спортом, то как минимум серьезным поводом посоревноваться. Но организаторы Владивостокской корпоративной интеллектуальной лиги уверены, что это лучший способ весело и с пользой провести время. А для самих игроков — отличный тимбилдинг. Ведь каждая команда в этой игре представлена коллегами из одного цеха. Таким образом, в одной игре могут схлестнуться сотрудники кинотеатра «Владивосток» и ученые из Тихоокеанского научно-исследовательского центра. Последний, к слову, не питает иллюзий по поводу того, что ученым в интеллектуальные игры играть проще. Мы так думали, когда пришли первый раз, и был только один вопрос, на который мы действительно знали ответ, по-моему, одни. А так, тут чисто эрудиция, логика и так далее, и командное взаимодействие. То есть кто-то что-то знает, и если каждый знает какую-то свою область, ну тогда это получается хороший результат. Но то, что мы из науки, это никак не влияет. Команда «Тинро» играет всего четвертый раз, а вот среди их оппонентов – настоящие ветераны. Команда вышеупомянутого кинотеатра «Владивосток» играет уже целый год и не раз становилась фаворитом премьер-лиги. Ну, нам очень нравится, потому что игра отвлекает от работы, дает разрядку, да, такую раз в месяц. Вопросы все интересные, но иногда чувствуешь себя немножко глуповато, конечно. В подобных интеллектуальных играх вопросы разделены на так называемые блоки. Это могут быть вопросы по 60 секунд, вопросы по 120 секунд обсуждения, различные вариации вопросов с картинками или аудиовизуальными приемами. Самым первым и самым, как многие заблуждаются, простым блоком является матрица. Здесь вопросы проходят очень быстро, разделены на 4 темы. После «Матрицы» обычные вопросы. Иногда в задаче присутствует картинка или отрывок из диалога в фильме, кавер-версия песни и вообще все, что угодно. Как только начинается игра, все становятся напряженными и бурно обсуждают, какой же вариант выбрать. Что, нет вообще? Нет версии. Только волговятки. Нам микрофон принесли. Подумать, Волговятский — это верховье Волги, это выше. По итогам августовской игры корпоративной интеллектуальной лиги третье призовое место взяла команда Примсоцбанка. Серебряными призерами стали уже знакомые нам игроки кинотеатра «Владивосток», а золото досталось команде «Дилана». Что касается итогов сезона, здесь бронзу разделили коллектив Института химии ДВОРАН, «Аляды Гиды» и «Восточная Верх». Серебро также досталось сразу двум командам – Примсоцбанку и «Тинро». А золото сезона в этот раз забрала команда кинотеатра «Владивосток». Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на восьмом.